Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы хотели бы представить вам сервис Samsung Pay, который буквально пару дней назад стартовал в Казахстане. Напомним то, что оплата возможна картами. У нас как раз есть карта от компании Казком, или, если быть точнее, Халык Банк. И сегодня мы хотели бы вам продемонстрировать пример, как работает эта штука. Да, нам и самим интересно, как она работает. Сейчас идет бета-тест, получается. Сейчас идет тестирование сервиса. И официальный запуск будет запланирован на 28 февраля. То есть, получается, практически через месяц. Давайте попробуем пройти процедуру добавления карты. Мы скачали, получается, приложение Samsung Pay. Запускаем приложение. И здесь мы, после того, как зарегистрировались, делаем процедуру добавления. Сам интерфейс, он идет, получается, вот такой. Запускаем банковские карты. И ради интереса он нам предлагает отсканировать, получается, нашу карту. Наша карта отсканирована. Дальше нам нужно ввести ее, получается, код. Код мы, соответственно, вводим отдельно. Так, и достаточно отсканировать карточку, после чего Samsung нам предлагает прочитать условия соглашения. Обязательно внимательно читаем. И нажимаем «Принять все». Так, проверка сведений о карте. И делаем подтверждение по SMS. Ждем, пока нам придет SMS-ка с кодом. Тан-тан-тан, процесс должен быть очень быстрый. Немножко ждем. Тин-тин-тин-тин-тин. И вот к нам пришло смс. 428-840. Так, нажимаем «Отправить». Карта активирована. Видим, что она у нас активировалась. Так, добавлено. Давайте попробуем выйти. Так, и запускаем еще раз приложение Samsung Pay. И видим, что у нас одна банковская карта. Видим, что она выглядит у нас вот так. Visa. Visa Classic. И, в принципе, все у нас получилось. Далее. Что интересно, карту можно использовать, не запуская приложение Samsung Pay. Снизу у нас в телефоне появилась вот такая вот маленькая, скажем так, вставочка. Если мы подходим к терминалу, мы ее можем вытянуть вот так вот, как будто ее достаем. И давайте ради интереса купим наш маленький коннектор. Он стоит у нас 232 тенге. И попробуем совершить платеж. Так, 232 тенге, нажимаем «Оплата», вводим, получается, наш палец в виде кода, и вот он у нас уже работает. И теперь подносим к терминалу, обработка запроса одобрена, отлично, просто отлично. Все, мы приобрели, получается, наш коннектор. Чеки все распечатаны. К нам приходит уведомление о том, что мы оплатили все. И, как видим, все прекрасно заработало. И это очень круто. Еще один идет момент от компании Samsung. Это такой, что здесь есть маленькая викторина. Советую зайти скачать приложение и посмотреть. До 26 февраля здесь можно проводить транзакции. И посмотрим наш статус. Наш статус уже вот две транзакции было проведено. Первую транзакцию проводили для теста, как все это работает. Вот, поэтому я поздравляю весь Казахстан. Все работает. Можно добавлять карты. Не только карты банковские, но также и клубные. Но об этом потом. Самое главное то, что приложение работает. Появилась такая возможность оплачивать все это бесконтактно, без самих карт. Круто! Давайте будем смотреть, что будет дальше. Всего хорошего!